Тверские спасатели провели учения на льду в акватории Волги. Какая толщина льда на тверских водоемах и чем может обернуться выход на сегодняшний лед? Увидите в сюжете далее. Сейчас в акватории Волги толщина льда едва ли достигает 5 сантиметров. Ледовый покров будет устанавливаться при минусовой температуре еще как минимум 2 недели, рассказывают спасатели. Поэтому выход на воду может трагично обернуться, как на этих кадрах. Опа! Опа, пошло! Условия максимально приближены к реальным, однако зачастую в случае ЧП спасателей рядом не бывает. В ходе тактики специальных учений спасатели отработали организацию взаимодействия служб и средств по поиску и спасению на водных объектах при проведении поисково-спасательных работ в период ледостава. Основная, конечно же, задача – это повысить уровень профессиональной подготовки спасателей, вот, посредством проведения таких учений, отработка способов и методов спасения на воде для того, чтобы повсеместно применять их на практике. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах по Тверской области рассказал нашей съемочной группе, что нужно делать в случае чрезвычайной ситуации. Если уж пришлось по необходимости выйти, безопасный лед от 7 сантиметров для одного человека. Если 2 человека, то 10 сантиметров уже. Если острая необходимость, конечно, выйти на лед в качестве спасения человека, нужно прощупать лед, ногой потрогать, палкой впереди себя. Ну и обязательно 2 участников, которые участвуют в спасательной операции, берут подрывочные средства, либо палку, либо лестница, которая висит возле дома какая-нибудь, либо веревку, либо из одежды связать что-то. Подойти к человеку как можно ближе, ползком, может быть, по-пластунски, чтобы распределить нагрузку на лед, и забросить одежду, и дотянуться до пострадавшего, и также обратно, аккуратненько, не группируясь на льду, отползти и выйти на сушу. После необходимо сразу же снять со спасенного мокрую одежду, желательно напоить пострадавшего горячим чаем. Ну а и мы еще раз подчеркиваем, соблюдайте правила безопасности, не выходите на неокрепший лед, относитесь предельно внимательно к своей жизни и жизни своих близких. Кидай как больно.